Здравствуйте, меня зовут Кулакова Анастасия Александровна. Я учусь в гимназии номер 6. Я расскажу про свою бабушку, которая участвовала в Великой Отечественной войне, Марина Георгиевна Бауэр. Она родилась в 1924 году 20 апреля. Жила вместе со своим папой Георгием Николаевичем Бауэр. Прадедушка умер в 1944 году от голода и был похоронен на Пискаревском кладбище в братской могиле со всеми, кто защищал Ленинград. Моя бабушка участвовала в составе комсомольских бригад, помогала искать детей, которые остались без родителей, тушила по ночам зажигалки, которые сбрасывали на город фашисты. В 1944 году у бабушки отнялись ноги, и по Ладоге ее везли на Большую землю. Там ее отвезли на Урал, и она делала крышки для снарядов. В 1945 году Марина Георгиевна вернулась в Ленинград. В живых из родни никого не осталось. Мне рассказывал папа, рассказал все про род Бауэров. Они приехали в 18 веке, в род Бауэров начался. И он рассказал мне ее историю, то, что она пережила блокаду Ленинграда, и она могла не пережить рождение моего папы, но она не отказалась. Нельзя забывать историю нашей страны, историю тех, кто боролся за наше будущее. Это надо ценить, потому что если бы не те, кто защищали нашу родину, сейчас не знаю, что бы было.